Сегодня мы поговорим о всеолимпийской поэзии «Крепитесь, люди», и собрались у нас здесь подлинные атланты, которые держат нашу отечественную культуру у вас на окальных руках, сказал, на самых долгих, ласковых и достойных руках. И как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Ну, типа, ладно, поступлю эгоистично, скажу «мы» тогда. Хорошо. У нас сегодня в гостях автор идеи художественного руководителя проекта Олег Иванович Мутяев. Такой маленький мальчик, сегодня у него день рождения. Так что собрались мы здесь. Классик отечественной барбовской песни, у меня премии были Булат Шалча Ужава, я не буду продолжать. Я понимаю, что и вы понимаете, о ком идет речь, Александр Алексеевич Городницкий. Актер, режиссер, писатель и путешественник. Как однажды сказал Михаил Михайлович Швидко, представляя Вениамина Борисовича Золотого. Главный музыкальный редактор фестиваля, певица Галина Викулыхучик. Директор фестиваля Капитолина Сундукова. И еще постановщик фестиваля Григорий Крапивский. Первое слово по определению. Исключительно Олег Григорьевич нельзя. Да, вот я сейчас понимаю, что мероприятие предполагается довольно большое, хотя некоторые наши собратья, они предпочитают, и не только предпочитают, а декларируют выступать в маленьких залах. В этом есть своя прелесть, но как-то хочется, чтобы гораздо большее число людей услышало настоящую поэзию сегодня. Я, знаете, предполагал себя, как-то представил, когда-нибудь может случиться такое в программе «Дом-2», чтобы там в какой-то из этих комнат появилась книжная полка, и вдруг молодой человек какой-нибудь снял домик Пастернака и прочитал девушке. Это, к сожалению, невозможно. Поэтому приходится пиарить и всячески проталкивать Александра Сергеевича Пушкина и других выдающихся поэтов на встречу с широкой аудиторией. Как я славно сказал, будет готовиться. Вообще, я мечтал еще, у меня была такая мечта зимой расклеить плакаты по Москве, «Крепитесь, люди, скоро лето». И вот в конце концов все это как-то объединилось, и хочется, чтобы 11 апреля мы собрались в большом зале «Крокус Сити Холл» и почитали стихи и попели лучшие песни этого жанра, и вообще песни с глубокими текстами. И Первый канал откликнулся бы и снял это, и показал всей стране. Вот цель этого мероприятия, осветить которое мы с вами собрались, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. Ну, вам в данном случае никакой четкой последовательности нет, кто хочет. Без поднятия рук, пожалуйста, потому что у нас главный музыкальный редактор, режиссер, поэтому информации сегодня будет много, как есть. Пожалуйста. Ну, давайте я. Давайте я скажу два слова, потому что тоже рядом с Олегом с самого начала в этом проекте и поддерживаю его, скажем так, альтруистическую идею во многом, потому что Олег совершенно правильно говорит, многие считают, что барбовская песня — это зал на 250 мест, ну, на 500 максимум. И аудитория очень маленькая у этого жанра, и слушателей никто не будет. Поэтому Олег делает поистине альтруистическую, ставит перед собой поистине альтруистскую задачу
пытаясь донести до больших масс людей то, что в нашей стране, помимо бессмысленных текстов, которые в основном несутся с экранов и со сцен, есть еще люди, поющие не просто осмысленные тексты, а поющие поэзию, настоящую, высокую, очищающую человеческую душу. Задача сложная, потому что противостояние со всех сторон, потому что жанр этот никогда не был интересен средствам массовой информации, к сожалению, и относились к нему, да и сейчас относятся несколько критично. И то, что Олег время от времени появляется на экранах телевизоров, говорит о том, что он действительно делает большую работу, потому что каждое его появление связано не просто с саморекламой, а связано с тем, что сказать: ребята, у нас есть поэзия, у нас есть поэты, давайте ориентироваться на осмысленную песню, давайте понимать человека выше, до поэтических высот, а не опускать его до, в общем, вниз. Не нашла, да, я не нашла слова. И компания, ну, в кавычках, которую Олег пытается собрать на сцене, на сцене корпуса «Сити-холла», это компания приличных людей за главной буквы. Это те самых людей, которые ценят поэзию, ценят поэтическую песню и сами представляют цвет интеллигентной музыки нашей страны, я бы сказала так. Это, вот, например, сидящий здесь Володя Крестовский. Это Леонид Смехов, который несет поэзию людям. Это Ирина Бабушевская, которая сама пишет потрясающие песни. Кроме того, и главная задача, наверное, которую Олег перед собой ставит, напомнить о том, что в нашей стране, помимо Олимпиады в Сочи, 2014 год знаменателен большими культурными событиями. А культурные события – это юбилеи тех самых людей, чьи имена мы связываем с высокой поэзией, высокой музыкой и поэтической песней. 125 лет Вертинскому, 125 лет Ане Ахматовой, 90 лет Булат Шалчу Акуджаве, 80 лет Вазе. Все написано в произведении, поэтому я не буду продолжать. В общем, я это озвучила. И в связи с этим мы очень хотим сказать спасибо этим концертам, людям, которые, несмотря ни на что, продолжают нести поэзию в массы, скажем так, нести поэтическую песню в массы, ни на кого не оглядываясь, а создавая золотой фонд нашей культуры. И это относится, прежде всего, как мы видим, к Александру Васильевичу Городницкому. Вот. Мы хотим сказать им, этим концертам, большое спасибо за этот золотой фонд, который они оставляют нам и последующим поколениям. Ну вот, простите, что так было. Вы сказали, зал на 250 человек. Я говорю, что если вы считаете совокупный IQ этих 250 человек, то я думаю, стадион позовет. Я думаю, влияние ваше на общественную жизнь, на будущие процессы будет гораздо выше, чем можно так заведомо перенести на эту планету. На самом деле, вы все равно, властители, продолжаете не оставаться. Александр Васильевич. Да. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, мне представляется очень важным и правильным предложение Олега Митяева и вот его команды по поводу того, чтобы полностью поменять ситуацию, попытаться ее переломить. Первое, я тоже, как он считает, что, конечно же, легенда о том, что кулуарное искусство, там на два десятка избранных людей, это все вранье, конечно, и это придумано за время войны для того, чтобы резко урезать вообще действия на автостреписи. Я помню, я достаточно старый человек, как авторская песня собирала стадионы буквально на Волге, и в Москве, и в Петербурге, где играли мое родно. И дело не в том, что что-то утрачено, а дело в том, что просто несколько поменялось в 17-м королевстве, и, к сожалению, все большие площадки заняты сейчас абсолютно бездуховным онкологическим вариантом песенной культуры, которую культуру ты назовешь,
одной стороны русских криминальных шансон, которые были не русские, шансон не русские, собственно, все мое уважение к нему, это великое французское песенное искусство. У нас есть свое традиционное народное искусство, последовательное, которое является авторской песней тоже. Второе. Он абсолютно, значит, не шансон, потому что не соответствует по своим уровням ни музыкальным, ни поэтическим шансонам, и третье, он вовсе не понимает. Проработал 18 лет на Дальнем Севере, потому что с этим я хорошо знаю песни «Включенных», я их люблю, я их даже подражал в юности, а эту все это вообще. Это за вас и пишется для людей от всех этих условий. Вот. И кого-то это фальшивка. Но не совсем фальшивка, потому что разъедает, коррозирует души следующего поколения. И, да, и пытаюсь представить тем, что мы должны жить все по плотным уголовным законам, по представителям Охана и так далее. Я считаю, что никто не безвредный искусство. Можно ли с ним бороться? Да, но только не запрещение. Песня должна вытесняться песней. И достаточно вспомнить, что когда падает черный ложки рубль, и варится все, значит, у нас сейчас в экономическом плане, что ей ценности, не имеющего реабилитации, не должны оставаться. Но в России это песня. Исторический дух всегда. И вот то, что предлагает снова вспомнить об этом Олег, я всячески это поддерживаю. Потому что обратите внимание, что это не просто фестиваль, это фестиваль политической песни, даже слово правильно придумали. Дело в том, что авторская песня дурнурацкое название. У всех песен сел. Что значит авторская? Нет песен без автора. Политическая, наверное, точнее в этом плане. Тем более, что тут поднимаются такие имена, как Борисовский, Пастернак, Вертинский, Булата Куджава и так далее. То есть люди, которые совершили большой вклад в поэзию российскую. И вот это возвращение к тому, чтобы... Ну и Сергей Никитин, потому что огромная заслуга Сергея Никитина и все эти приятности в том, что сейчас уже не помнят об этом, что когда многие наши поэты в 60-е годы были с запретом, первым стал их раскрывать был Сергей Никитин, Верховский, так узнали Сурского, так узнали Самойлова и даже запрещенного глухо совершенно Иосифа Бродского, вот Ленинги мне наблюдает на Нобелевской премии, а был человек просто осужденным тюрьмецом, вот, благодаря музыке Евгения Кевича и другим. Вот эта попытка возродить вот эти системы исключительных ценностей сразу на большой сцене, мне представляется очень интересные перспективы. Небезопасные, конечно. Потому что сейчас у нас резко поменялась аудитория. Поменялась вкус аудитории. Иногда даже мне кажется, что есть какая-то тайная сила сверху, которая пытается вести к дегенерации всей страны. Потому что иначе не назовешь, что делается песенным искусством, кинематографом и так далее и тому подобное. Что можно этому противостоять? За несколько месяцев до смерти Влад мне сказал: «Саша, тебе не кажется, как все поменялось? В 60-е годы мы были в авангарде, боролись с идеологическими расстроями и так далее, а сейчас мы в баррикаде. В баррикаде, потому что идет мутная полоса наркоты, порнухи, бездуховности, значит, валютной конвертации и прочее. Вот это все сейчас продолжается. Что можно этому противостоять?» Очень слабые, не очень сильные, не очень громкие голоса под самый тихий инструмент гитары. И тем не менее, мне представляется, что вот этот эксперимент очень интересный, и он поддержит. Спасибо. Александр Ильич, ну, поскольку, наверное, все-таки основной слушателем авторской, этичной причины всегда была интеллигенция, но проблема сегодняшнего дня заключается в том, что... Прошу прощения, извините, ради Бога, вас я перегрываю. Да какая черная интеллигенция? Вы думаете, что Высоцкого с самого начала слушала интеллигенция? Нет, конечно. Они, неправда, эти песни, они одна не похожа на другую. Вот Куджаву, да. Да, он Матвееву, да. А вот простите, мои песни... Не, а смывала интеллигенция. Она здесь тоже, в последней кровати, какая черная интеллигенция, да? Зайки бери, меня что-то пиши. Отвели Александра Алексеевича на могилу человека, писавшего песню про матери, зэки. И сказали, вот тут лежит человек, вот этот вот наш пацан, который написал эту песню. Ну, это меня не учит. Но, тем не менее, понимаете, аудитория самая разная. Потому что вы там правы. И мы почему-то решили, что это даже была на Куджаву ошибался. В авторской песне, в этом московской кухне, там же умерла, стоит несколько имен. Неверно. Я очень люблю Влада Куджаву, я тогда с ним спорю. Дело в том, что авторская песня, если же на Дальнем Севере, далеко от Московской кухни, это была очень другая.
Или, например, 300 тысяч сидящих на микрофоне, нарушенных всех, это другие люди, это молодежь. Побеждает тот, кто будет владеть молодежью, детьми, завтрашним днем. И мы отдадим это на разводе духовности всем этим безобразием, да, и мы имеем то, что мы имеем. Или мы все-таки поговорим для своих лучших. Спасибо. Дорогие друзья, мне очень приятно оказаться в этом президиуме с такими великими людьми. Я представитель вашего поколения, ценителей бардовской песни. И, в принципе, может быть, какое-то отдаленное отношение имею, потому что мы часть песни, которую мы записывали, как раз песни, которые слушают столько под гитару, в принципе, мне самому это все очень близко и нравится. Я, знаете, о чем хотел сказать? Что, к сожалению, несовременная молодежь виновата, что им, они просто даже не знают, что есть такое. В принципе, есть вот такие песни прекрасные. Если им это дать послушать, я уверен, что многие будут в дивном восторге. Потому что, к сожалению, это просто никак не представлено сейчас на рынке, который вот существует. Радио, я же не знаю, есть радио, где вот мир целенаправленно крутится? Было, а ничего нет. Ничего нет. Извините, я должен обвинилась, я не буду знать фамилии. Вот, когда я хочу доставать, мы принесли 2 года назад там распределить один из Тиргана. И нам сказал редактор этого Тиргана. Ты вышел? Авторская песня, мы не можем ее взять. Ваша... Это же духовня. Это предельный сервер, это другого, да? Есть такой сервер. Духовня. Духовня и формат. И говорил. Только молодец. Может быть, Олег, может быть, вообще на эту проблему посмотреть еще шире, может быть, затеять какую-то радиостанцию хотя бы. Почему в Америке существует культура кантри? Вот мы о ней ничего не знаем. На самом деле это целая индустрия, где там есть свои премии, звезды, люди. Ну, просто огромное количество людей слушают. У нас ограничивается все там русским радио, там, и так далее, несколькими радиостанциями, которые вынуждены слушать вся страна, и все. То есть все остальное они могут там как-то пытаться найти сами. Ну, может быть, вы возьмете свои крепкие руки в нашей стране популяризировать? Дело в том, что сейчас объявили год культуры, и, собственно говоря, культура – это же такая вещь. Начали с физкультуры. И сейчас, собственно говоря, вот, мне хотелось бы, чтобы на таком же уровне, как Олимпиада, все пошло и дальше. На самом деле? Да, вот пусть нас услышат наверху, и вместе с Олимпиадой получилось, с физкультурой, пусть и с культурой пойдет. Это гораздо меньше деньги, правда? Да. Это гораздо меньше, что не украдут. На самом деле, это вещи достаточно неразлучные. И еще, допустим, вы знаете, что мыслитель Сократ был олимпийским чемпионом по панкратиону. Да, точно. Уже как его ученик Платон, у которого было прозвище Широкоплечий. А панкратион это? Панкратион это боится. Сократа, да. И они тогда еще говорили, что здоровое тело, здоровый дух. Поэтому не зря у нас началось все с культуры. А потом это понятно. И зря на все, что было плавно, или все это засеять. Да, опять же. Я думал, будут вопросы. Я примкнувший к этой замечательной болезни, или по Маяковскому прекрасной болезни, всерьез и навсегда еще с времен обучения в Щукинском училище, насколько эта традиция вокального была внесена в политический театр на сцене. Потом Любимов в 64 году, знаете, что через месяц будет 50-летие того театра, который создал Юрий Петрович Любимов, и там ветеранов осталось немножко, а дело
дело светится, и светится именами поэта. И недаром не только в Госсовете и в репертуаре Пушкина, Вознесенского, Евтушенко, военных поэтов, Есенина, и в самом театре оказывались соавторами любимого, и Леонид Филатов, и Володя Высоцкий. Это какая-то совершенно необыкновенная история была. Но, я думаю, история культуры вообще необыкновенная и метафизическая. Логически сегодняшнее направление умов или отсутствие этого материала как раз вот туда идет, где духовняк нехорошо пахнет. Ну и все. А в природе и сорняки, и полезные растения сосуществуют. Страна у нас двоякая. Страна дураков и страна чудес. Это давно известно. И это он похожен, да? Буратино. Про дураков я. Да. Поле чудес, стране дураков. Да. Так это избирается человеком, во-первых. Может быть, от рождения, может быть, от родителей, может быть, от того, что открытый поры человек воплощает что-то в школе или вокруг. Но открывается. Нам открылась поэзия молодым актерам, театр Нетаканки. Мы открыли ее зрителям, которые набивались все 20 настоящих лет Таганки, то есть знания любимого. Вы знаете, что достать билеты даже за очень дорогую переплату было сложно. Значит, тянулись люди к самооткрытию, да, и открывали себе. И эту возможность говорить стихами, как сейчас сказали бы, круче, чем прозой, но и многое другое. То, что случилось с Бардовской песней, это, во-первых, это было напрасно поддержана цитата Самола, потом они разочаровались, что бардовская песня все-таки льнет к свободе. Кто-то сегодня сказал из знаменитых журналистов, что надеюсь, что любовь к биатлону не нарушит любви к свободе. Вот, значит, любовь к свободе, наверное, это и есть. От Пушкина до наших дней. А сорняки или бездуховняк – это как раз, не знаю, то, о чем замечательно сказал Городницкий. Вот, это мнимое или антикультура. Открыватели. Люди с гитарами, которые приходили со времен, значит, Новеллы Матвеевой или еще раньше, это один из первых, я помню, как Акуджава и Висбор делились, с кого все началось. Ну, Городницкий сам знает, с кого и как, но не только с... Началось с баяна. Значит, да, баян был вещи и это в России, когда еще так. Да, и везде это есть. В моей жизни было так. Я был членом Совета Дома актера на Тверской, на улице Горького. И каждый член совета должен был свои вечера устраивать. Я устроил вечер авторской песни. Потому что когда я сказал Высоцкому в театре, что ты будешь участвовать, вот, потому что будет этот вечер, он будет КСП и поморщился. Его важно свое дело. Пушкин не чурался слову «бард». Высоцкому было важно прорваться к свободе индивидуальной. Это Но, тем не менее, я дал согласие, когда я назвал имена без названия. Вот просто будет вечер, где будут Юрий Ким, Сережа Никитин, Витя Рыковский, Лячкин, значит, Висбор. Ну вот, на Висбор откликнулся замечательно, да и на всех. Сказал «да», но потом его отец отвлекла. Я ужасно не мог прийти, ехать ведущий этого вечера. Вечер был незабываемый до сегодняшнего дня. Почему? Потому что набившие этот скромный, но замечательный зал открыли для себя этот жанр. Вроде бы
все звучало, и песни Акуджавы, и песни Клячкина, и песни Городницкого и Висбора, когда соединилось, и по моей мысли, каждый, это было высказывание, каждый пел по одной лучшей своей песне, потом все вместе спели песни каждого. Вот такая была идея. Вот я передал привет от Акуджавы, который сказал, что он, к сожалению, не может быть на этом вечере, потому что он, к счастью, в Америке. И да, у него был гастроль, семья была там. Вот. Говорю сбивчиво, но все равно движение туда, к стране чудес, к необъяснимости. Сегодняшний день необъясним, потому что зал Чайковского переполненный слушателями, как это было в 50-е годы, или в 60-е, конечно, когда один человек на сцене, не только Юрский, Казаков, Васильев, Лужан, но очень многие другие, полный зал. Она культура, которую открыл, я имел честь быть пионером в этом деле, это называлось, я пришел к вам со стихами, 8 фильмов, 16 русских поэтов. И после этого, это называется «Послушайте», и это имеет канал «Культура», противоречит слову «рейтинг», неприличному слову, в общем-то, для русской культуры. Но тем не менее, и с этой фамилией тоже там все в порядке, когда читают Крючкова или Авангард Леонтьев и так далее. Но, значит, открывают люди. Для меня открылась группа «Феминальность Грушинского фестиваля». Меня давно звали. Сколько я сочинил когда-то «Али-Бабу», и в моей «Али-Бабе» участвовали замечательные артисты, а музыку сочинили, и эта музыка и есть главный герой, это до сегодняшнего дня раскупаемой пластинки, это главный герой, это Горьковский и Никитин. Фантастическая музыка. Сейчас будет 70-летие Никитина, кстати, 8 марта, не забудьте его поздравить. Дальше. Когда Грушинский фестиваль шел какой-то победной своей тропой, я не имел возможности посетить. В этом году я там был счастлив видеть самого Городницкого, как вы говорили, сам Городницкий здесь, да, и Галочку Хомчик, и Олега Митяева, и Тимура Шаова. Ну, потрясающее зрелище, кроме того, что оно еще слушающее. Вот, но я хочу сказать, открытие было в чем? Евгений Евтушенко издалека, очень-очень больной, просил президента фестиваля пригласить вот это исключение из правил театра «Интаганки», я там не работаю. Вот, но я поставил спектакль по композиции Евтушенко «Нет лет». Это был идиотизм пригласить театр на поляну, на футбольную поляну, туда, где люди завешены детьми и гитарами, и идут со всех сторон страны десятки тысяч людей. Опускаю сейчас мысли о том, как повезло этому фестивалю с носителями этого жанра, прежде всего с Олегом Митяевым, и, кажется, победила. Вот это народная часть груши. Есть еще коммерческая, не важно. Вот. И мы были. И Евтушенко зарядил мецената. Уже открытие нашей жизни новых являются меценаты. Не только те, кто по дезинформации Киссинджера никогда Россию не поставит в тяжелое положение, потому что 500 миллиардов долларов как раз от депутатов Госдумы и еще одного лежат в Америке. Поэтому все будет в порядке. Ну, я опять куда-то в сторону, но открытие было, что спектакль состоялся. Волонтеры, хорошее слово, волонтеры, вот сделали как суд. Рубали русские мужики, как они поставили сцену. Все, что идет в Москве, 1 марта будет 17 спектаклей, вот то самое было и там. 8 тысяч зрителей в 11 вечера окружали эту поляну. И что было поразительно для нас, была тишина. Но, правда, Евтушенко, это тоже, как и Вознесенский, наверное, мои дорогие друзья-специалисты скажут это лучше, что бардовское искусство, я вспоминал уже Пушкина,
оно вполне распространяется и на классическую поэзию. Говорили, что вот этот жал ушел из жизни и уже может только петь. Оказался великий поэт. Владимир Высоцкий тем более. Есть запись, как Иосиф Бродский, которого оклеветали в том, что он ненавидел Высоцкого. В 77-м году встретился, два друга, написал книгу. По Англии написал Володе, лучшему поэту России, как внутри, так и вне. Да, значит, много сплетен глупостей, много бездуховника, вот, но дело движется, и прекрасно, что открываются уши и души людей. Когда в Крокус-Сити придут люди, благодаря сегодняшней пресс-конференции, я думаю, большинство там будет, мы опять будем рады поделиться тем, что мы любим, и тем самым заразить тех, кто в зале. Это и есть эффект страны чудес. Я маленькую реплику хочу еще добавить, потому что сказал мне Борис, и вообще потому что сказали мы все. У вас было впечатление, что концерт в Крокусе, вот этот фестиваль Олега, это такой памятник неукотворный нашим классикам и не более того, как вы знаете, монумент. На самом деле это абсолютно живое движение, и все второе отделение концерта, ну мы не знаем, чем это интрига такая, как мы это распределим, но помимо действующих классиков и нашего почтения к классикам, которые вы все знаете, в этом концерте примут участие те, кто уже сам стал классиком после вот этого поколения шестидесятников и раньше. То есть это такое поколение средних и молодых ценителей поэзии и поющих поэтов и композиторов. Среди них, безусловно, Олег Митяев, среди них Владимир Крестовский, среди них Алексей Иващенко, Георгий Васильев, Леонид Сергеев, Александр Мирзоян, Владимир Валерьевич Щуки, Елена Фролова, Ира Богушевская. Это все уже следующее, молодое, относительно молодое поколение, которое только подтверждает то, что поэтическая песня нужна, поэтическая песня интересна и думающей молодежи. И то, что это не безнадежно, то, что это не умерло, а продолжает жить. И я надеюсь, что будет двигаться дальше. Что ты сказал, Галя, до 40-45 молодой поэт, а после 45 классик? Это ты сказал. Когда ты исполнился 50, ты сказал, что наша страница. Алик, ну поэтическая песня, Алик, по-моему, тоже неуклюжее название, когда авторская песня. Поэтическая песня. Поэтическая песня. А может, важно спросить? А вы назвали поэзией? Нет, хорошо, понимаете. Есть хорошие песни, но это... Да, и не надо, чтобы она была. Нет, ну, наверное, будет самое главное, что фестиваль будет, он пройдет, и все собрались здесь ради того, чтобы этот фестиваль получился. И, как Александр Городницкий сказал, наверное, сверхзадача этого фестиваля, чтобы молодежь подтянулась до уровня, стала ниже плинтуса, как Галина сказала, хотя бы до этого уровня. Вот это будет сверхзадача фестиваля, если хотя бы на 10%. Понимаете, абсолютно правильно, потому что будет мы проигрываем одну позицию, а другую, потом начинаем кого-то караться. Я, например, вот, я плакатник, я ленинградец, да? Я был в Ленинграде, когда появился скандал с Дождем, меня тоже шокировало 54%. Но в основном была моя девушка, я понял, в чем дело. Их надо принять, нас надо принять, мы не объяснили. Все правильно. Мы не сказали, что это наши недостатки, наши. Я говорю, не доработки, а жизнь закончилась. Вот. И мы имеем то, что мы имеем в результате. То же самое происходит и с поэзией. Дело в том, что кризис авторской песни среди общественного сознания, знаете, вот когда разгоняли академию наук, я участвовал в протестном собрании в сотрудник академии наук, что я работаю в академии наук, в университете академии наук. И я вот потрясен, там огласили цифру. Значит, по данным ЦИОМ, 41% населения России не знают, зачем нужна русская наука? Не знаю. Поэтому никакого общественного резонанса разгром Академии наук не получил, ни поддержки, и все тихо будет. Никому не надо. Понимаете? И с авторской поэзией примерно может быть то же самое. Понимаете, если мы все это упустим, так будет все и дальше. Поэтому вот то, что
так сказать, вот то, что делает Ребрик, так сказать, и вот все замечательные команды, это очень полезно. Да, безусловно. Почему, когда Галина мне позвонила, я, честно говоря, постановкой авторской песни не занимался. Это, наверное, было раньше никому не нужно. Олегу, наверное, с Галиной это впервые пришло в голову, чтобы это вывести на новый уровень и там какими-то новыми аудиовизуальными средствами показать и донести это. Почему? Потому что молодежь сегодня с гаджетами увлекаясь, видят столько картинок в голове, у них все не визуальное восприятие мира, скорее даже не просто визуальное, а виртуально-визуальное. И поэтому, чтобы они поняли это, до них нужно донести это современными средствами информации. Если мы не обертку это все не завернем, то они конфетку оттуда не достанут. Может быть, так грубо, но тогда, если они не достанут эту конфетку, то передавать ее тоже будет некому. Вот уйдет поколение, и все, не встретятся они нигде. И тот самый шансон, по-разному можно относиться к нему, вот он, наверное, будет говориться вообще. Поэтому, если они нашу конфетку достанут, может быть, это будет самое главное событие. Ну, это дело не только вот самое. Визуально-виртуальный эффект все-таки то, что называется шансоном, но его можно называть уголовным или как угодно, хотя я понимаю, что Александр Васильевич сказал, что подлинные песни, которые писали Стабы, это совсем другое. Все-таки главные песни начинаются гениальные песни Бурка Ягова и всего этого эпоса, вот такой был, да? Кстати, все. Нет, был и Михаил Исаевич Танич, который прекрасный, да, и о чем говорить? Нет, я еще что хотел сказать. Когда шансон начинался, они начинали с колючей проволоки на сцене. Вот я делал первый концерт Танича, 75 лет, по-моему, был, который с лесоповалом был. Вот. И картинку придумали тогда так, они даже не хотели никакой. Вот, понравилось, здесь есть Володя Михайлов, художник, но он тогда не все, но он знает эту историю. Вот колючая проволока и все. А посмотрите сейчас шансон к чему, они обманывают. Уже нет колючей проволоки на сцене. Есть красивые прожектора, лайтбоксы, все что угодно, лишь бы пришли. Григорий, наша задача в другом. Не, что, я сейчас говорю об обертке, конечно, то, что мы увидим главное. Мы говорим о том, что мы должны показать все лучшее, и понятно, что, может быть, мы еще успеем. Так мы, Григорий, вот вместе сели на одной волне, на одной струне, на одном мотиве, я не знаю, вот все собрались, и если бы... Я даже скажу больше, что, собственно говоря, вот это мероприятие, оно родилось из представления Первого канала о том, что шансон и авторская песня – это одно и то же. Я провел поговорил с Юлием Максютой, пытаясь ему все-таки объяснить, что авторская песня это отличается от шансона, и мы с ним договорились, что мы это покажем, а он снимет и покажет на всю страну. Пока он не отказывается от своих обещаний. Ну, прекрасно. Возникло некоторые сомнения, что вот эта обертка, визуально-виртуальная, она может помешать восприятию истинно глубокого содержания авторской, поэтической песни, потому что не убьет ли обертка желание. А как вы представляете? Разницу. Конечно, нельзя, там, я не знаю, там фейерверки, там брызги и так далее. То есть люди здесь адекватные художники-постановщики, кто занимается этим. Гармонию никто не отменял. Может, у вас есть какие-то конкретные положения? Только гармония в музыке есть. Мне очень сложно представить, каким образом фильма Гармония можно обернуть в голливудскую обертку, понять, что это вещи не стыкующиеся по определению. Вот здесь. Авторская песня настолько глубока. А как фильм «Пролетает над гнездом кукушки» и обернули? Или просто передать рыночный вид, по большому счету. Если большинство слушает тот самый шансон, о котором вы сказали, я не свой испытываю курс, потому что, каков, если сторона слушает это, каков же процент сидевших?
честно говоря, но это не политический субъект. Кто-то написал записку на концерте: Олег, вы чужой на этой сцене. Палатку, штормовку и костюм. Нет, это тоже неправильно, конечно, нет. Дело в том, что человек, это вопрос режиссуры, и художественное настроение тоже сложно. Это сейчас ничего не решили. Любая возможность показать что-то настоящее из нашей драгоценной культуры, а не новые подделки, которые портят поколение подрастающее, это надо использовать. Давайте перейдем к вопросу и ответу. Забывайте про микрофон, стоящий у нас по концовым проходах. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо, журнал «Медуформ» Борис Певочкин. Во-первых, коллегу поздравления и благодарен за те песни, которые он пишет. И всякий раз, когда я слушаю, я понимаю, что у него каждая песня – это его день рождения, которая так звучит и как-то умеет проникать. Вопрос простой. А чем отличается сегодняшняя авторская поэтическая песня, бардовская, как хотите, от периода магнитофонного издата, который у нас был? Чем я об этом спрашиваю? Потому что вот на примере Высоцкого, который сумел соединить тело и голову в интеллигенцию, все получилось. Было единение. А сегодня этого единения нету. Понимаете? При всем великолепии того меню, которое вы представите у себя на концерте, и я подозреваю, что это все больше для шестидесятников, которые понимали это, любят. Но вот как соединить этих шестидесятников с их детьми и внуками, ну даже со своими, вот у меня прям разрыв поколения, внучка совершенно не понимает то, что я хотел бы передать. Это для меня большая боль. Спасибо. Единственная новость на сегодняшний день – это талант. Да, наверное, вот у нас будут выступать действующие барды и петь свои новые песни на этом мероприятии. Да, я не 60-х. Но мне кажется, что мы уже потеряли поколение точно. И я как дятел стучу по дереву, что все-таки наша национальная идея – это образование и воспитание, которым мы уже 20 лет, как минимум, не занимаемся вообще. Поэтому вот эта пропасть между поколениями, она и так всегда бывает естественной и обыкновенной. Но на сегодняшний день это все усугубилось, к сожалению, мне так кажется. Простите. Ну вот все-таки авторская песня – это одновременно и диагноз, и лечение. Вот сегодня, мне кажется, этого диагноза нет. Мы ушли, продолжается самолечение, интеллигенция, а вот так, чтобы можно было соединить основную часть, особенно, как вот вы сказали, победит тот, кто сумеет услышать и передать эти песни молодежи. Вот этого нет. А даже если эта задача будет государственной, то решаться она будет очень непросто. И на сегодняшний день вот я считаю, что будет она государственной, не будет она государственной, я ничего не могу с собой поделать, мы все равно будем петь и пропагандировать это дело. Вы знаете, ваш вопрос такой, больше я бы сказала, риторический, потому что, собственно, вот эти концерты мы пытаемся показать, что пропасти-то особо нету, что есть поколение среднее, есть поколение молодых, у нас там даже дети будут, которые поют авторскую песню, детский хор тоже будет выступать. И детский ансамбль, который поет Александр. И им это тоже близко. Мы как раз хотим показать преемственность поколений и очень надеемся, что те, кто на сцене эту преемственность понесут, они не одиноки. Их придут слушать те, кому они интересны. А эти слушатели, те, кто не уместится в этом интервью, им расскажут, те, кто был на концерте. Я вам хочу сказать, что вот
Володя Крестовский, выбирая песню, которая ему интересна была, мы предлагали ему спеть классику какую-нибудь наряду со своей песней. Но он выбрал песню совершенно молодого человека, представителя абсолютно молодого поколения бардов. Это Гриша Донской, Александр Васильевич. Григорий Донской. Да. Вот он тоже интересен. Он лауреат Грушинского фестиваля, он лауреат Петербургского аккорда. И вот Володе интересны его песни. И я уверен, что среди молодежи у Григория Донского уже есть свои почитатели, свои поклонники. У него очень неглупые и очень талантливые песни. Вот поэтому все-таки «Свет поколений», мы надеемся ее проследить в этом концерте и доказать вам, что не все так безнадежно. Главное, чтобы это видело много людей, а для этого нужно, чтобы был к этому интерес, ну, хотя бы Первого канала. У вас хороший был вопрос, который отчасти задевает тему протеста. Хотели или не хотели, вот и поколение наше с Городницким, и еще кто-то постарше, но все равно это было протестное движение. Оно разбудило Герцена, оно разбудило сердце на будущее, и молодежь пошла. Огульно называть это все народом нельзя, потому что навсегда Пушкин сообщил, есть народ, а есть, паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы. То, что сегодня делается, когда нас откатывали, мы предлагаем, что это на телевидении, а телевизионщик, на первом, втором, третьем говорит, это не наше, это канал «Культура». Это было годами. Сейчас, кажется, спохватились, потому что пахнет катастрофой. И стада начинают теснить ниши с носителями культуры. Значит, к вашему вопросу на сегодняшний день, это то, что сегодня очевидно запахло жареным. И это необходимость уже для здоровья государства. Потому что поэты, потому что русское слово – божественный дар. И единственная наша Родина – русское слово, оно все равно пробьется, так или иначе. Ну, будет слой таких людей, которые сегодня в зале, ну, станет уже, да? Но стране станет от этого хуже. Понимаете? Оно и сейчас движется в ту сторону. Понимаете? Значит, дело может быть сегодняшней пресс-конференции отчасти вашего влияния на головастых руководителей, скажем так, у которых не все деньги в американских банках, но это такое присловие русское, да? У меня деньги не в этом банке. Вот в этом банке, в банке великой культуры. Значит, я не голова, если не американский. Вот, вот именно. Все немножко запутано. Нет, смотрите, даже если вы сегодня показать ни одной телекомпании. Просто называйте. А это правильно. Да, это очень показательно. Ни одного канала, даже самого там я не знаю. Это не наша забота. Да. Это забота их. Вот это и их минус. ГД и ДД. Но если вы сами не спросите, я еще не позволил бы сказать по поводу вашего вопроса. Я не могу не ответить. Он еще вы абсолютно прав. Теперешний вопрос о утверждении. Я получил тут не так давно, но все-таки 81 год, записку на концерте уже Александр Васильевич. Мне кажется, он что авторский бес сегодня вырождается вместо всего пошлой попсовой секции, а их подвинствует под плюс и дальше. Какое счастье, что мы этого не дружили. Понимаете? То, что я живу, никого не интересует. Потому что это все равно. Понимаете, если меня позвали слушать песни 80-летнего дедушки, я бы не пошел. Новое поколение должно писать и петь свои песни, в том числе и авторские. Эти два года вокруг князя Дмитрия лежали подвиг. Они сделали проект «Песни нашего века», где возразили интерес к классической авторской песне.
и держали площадку, даже и сплоченного транскрипта, уже видим площадку вообще в России на несколько лет, потом все встало на место. И что будет сейчас, мы не знаем, потому что, понимаете, нужны новые поколения, фанатливые акты, раз, второе. Протестная песня кончилась, один Силачев, на всех книгах там моя мама, так что она может быть нам. Где протестные песни сегодня? Какие, как Гулюгавич, а что? Нет. Почему? У Семена Слепакова есть протестная песня. Вот их там есть. Те, что... Я не знаю ничего, кроме Семена Гавича. Это ничего на Семена Гавича. Да, стихи есть. И раненого Юрьевича Санчукина. Раненого Кима Гавича. Вот. И это справедливое замечание. Значит, если есть, надо публиковать, надо сказать песню. Тимушав участвует в этом нашем. Обещал Семен Слепаков. Потому что, конечно, у нас большие неполадки с гражданским обществом вообще в России. И она вообще осталась. Она распалась на электораты, прикормленные, неприкормленные. И в результате песня то, что объединяет. Понимаете, конечно, это вот то, что правильно делает Мизяев. Вот почему я оценил Крушинский фестиваль, пока он не расходился. Это то, что объединяет. Понимаете? Даже если они о чем не говорят, они поют вместе. Говорили, мы вместе, они усиляют друг друга из окна. Понимаете, конечно? Вот что, особенно в нашей стране. И вопрос очень сложный, потому что вот этот фестиваль, на самом деле, есть большая сверхзадача. Попытка объединить сегодня, тогда это все как бы разъединяет со всех сторон. Вот. Спасибо. Надеемся, что прошлый фестиваль мы дадим, как бы. Я хотел бы задать вопрос по поводу конкретной темы. Вообще уже известно, кто что будет петь, кто что будет читать, какие песни будут звучать, новые, старые, как все это распределялось. Ну и второе замечание, я полностью как бы разделяю порыв, но я на 100% уверен, конечно, я не должен сказать свое мнение, что народ уже выше уровня Стаса Михайлова не поднимется. А, простите, мы не представились. А, Михаил, ты сейчас проект России. А давайте, Михаил, мы с вами поднимем народ выше уже без Стаса Михайлова. А он не желает. И Радио России будет, не будет крутить его песни, а будет крутить песни Александра Городницкого, Булата Акуджавы, Олега Митяева, Юрия Визбора, Анны Якушевой, Евгения Брячкина. Новые. Григория Донского, Ольги Чикина, это новое. Павлова Хардинова, это новое, это новое. Я предлагаю высоколобовым участникам сегодняшней встречи согласиться с тем, что один товарищ сказал. Мы живем в абсолютно уникальное время, сколько оно продлится, неизвестно, когда каждый человек может выбрать себе свою Россию. Подумайте, пожалуйста, значит, ваш пессимизм абсолютно оправдан. Он касается тех, кто выбрал такую Россию. Те, кого мы видели на Крушинском фестивале из разных концов России. Те, кого мы увидим сейчас, 11 апреля. Те, кого я вижу в 17 раз в зале по стихам Евтушенко. Мы совершенно свежее звучание, потому что молодые люди, они влюбились, они открыли для себя, и они хотят этого. То есть такая Россия. Поэтому я придерживаюсь сдержанного оптимизма, поскольку, наверное, достаточно людей, которые дорожат здоровьем своей страны и своим собственным. Будем менять процентное соотношение. А вот как раз по поводу этого, мне кажется... Я конкретно хотела на вопрос ответить. То, что будет петь, да. Несколько примеров того, что точно уже выбрано, и того, что люди хотят петь и готовы петь. Владимир Пресловский, вот уже мы озвучили, песня Григория Носкова и песня Володина. Евгений Дятлов выбрал песню Александра Галича «Когда я вернусь» и Евгения Абрамовича «Я весенний лесу, пью березу лесу». Дмитрий Певцов будет петь композицию из песен Вертинского и песню Владимира Высоцкого. Юлия Ушевская будет петь свою песню, которая тоже уже стала классикой у нас в районе, и будет очень надеяться с Олегом Митяевым дуэтом спеть в одну с Дуевальдом.
Вот, ну, несколько примеров. Если я сейчас раскрою все карты, будет, может быть, не так интересно, должна оставаться какая-то интрига. Но мне кажется, что даже вот этот список говорит о том, что будет звучать. Ну, вот я хочу сказать, молитву была так уже, если мне разрешат это сделать, я это сделаю с огромным удовольствием. Марина Евсипенко из Синагоги Матвеевой, девушка из Харчевни. Это все наша классика. А сам Василий Городницкий будет петь свою песню на материк. А также все участники концерта очень надеются в финале спеть песню Александра Алексеевича «Атланты держат небо на каменных руках». И это будет 80-летие Висбора. Значит, что касается Юрия Висбора, там целый сюрприз готовится, потому что мы делаем этот концерт накануне Дня космонавтики, это 11 апреля. И мы уже договорились с первым космонавтом, с певшим первую авторскую песню там, наверху. Человек взял с Земли гитару, отвез ее, забрал ее с собой в космос, и в космосе прозвучала первая песня, которая не на нашей планете, она была там. Юрий Висбор, «Донбасский вальс», и с первым космонавт, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Иванченко. Александр Иванович любезно согласился повторить этот подвиг на нашем концерте и исполнить эту песню вместе с нашими ведущими. Кроме того, у нас ожидается такая... За нами только создать ему невеселость. Да. Преемственность поколений у нас ожидается, потому что мы ждем дочь Юрия Висбора Беляковшевой, Татьяну Висбор. Мы ждем внука Юрия Висбора-младшего с его молодежным проектом, кстати говоря. И мы очень надеемся, что стихи Юрия Висбора, Анны Ахматовой, Бориса Слуцкого, Молота Куджавы будут звучать в этом концерте в исполнении Вениамина Борисовича Смехова. И, может быть, ему будет помогать Марина Сиденко. Вот примерно такая картина. А вообще, вот я хотел сказать, что какой бы ни был резонанс, маленький или большой, от этого мероприятия, мы все надеемся получить от этого удовольствие. И собраться, и попеть хорошие песни в хорошей компании. Вы сами звон, как говорили, на родине шансов. Ну, ты не помнил, он сразу. Жены папы попался. Нет, я на французский. Я сейчас готовлю вечер в Питере, а в Филармонии, это называется «Высоцкий, Бродский джаз». Это будет Давид Голощекин и я. И я копаюсь вот уже несколько дней с наслаждением Бродска, столько открыл замечательного, в частности, человек, которого я знал, и ты наверняка знал, и дружил с ним, Володя Уфлин, которого Иосиф Александрович настойчиво назвал своим первым главным учителем. И я в Нью-Йорке встречался с близким другом Иосифа и Мишей Барышниковым. Замечательный фотограф Володя Виницкий, и получил от него вот это, любимые стихи. «Родина к народу обращается», да, Уфлин. «Да, я ценю твою любовь и верность, но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожей, народ? А потому что я плохой, а ты хорошая, и все на свете я готов отдать, чтобы с тобой вместе пропадать. Не то, что те, кто рад тебя покинуть, чтобы с тобой вместе не погибнуть». Ну, вот показатель. Оптимистично. Оптимистично. Все-таки я думаю, может быть, какие-то моменты остались неуместными. Дарья, есть ли вопрос еще? Вы, кстати, не спросили капитализм, не помню, организации. Здесь, все, что касается рекламного обеспечения, важная часть, не будем с этой же выражаться. Скажите, пожалуйста, а вот что касается церемонии вручения знака и премии дежурной по премии? Это решено, кто станет обладателем этой награды? Это интрига. Вечера. Впервые это получается? Да, впервые, да. Но очень хочется, чтобы это превратилось в традицию, как пойдет. Вот. Я думаю, что у нас есть кому вручать награды. Пока все здесь. А Юрий Леницкий не дают? Кстати, это никому не известно пока. Давайте мы сегодня посмотрим. Вообще, надо нам
держать кулаки и превозмочь Олимпиаду, я надеюсь, а вдруг окажется, что Липницкая поет и любит артистов. Я как организатор хочу сказать, что мы тоже, вы про рекламу сказали. Конечно, хотелось бы, чтобы представители средств массовой информации нам помогли тоже в этом проекте. Реклама наружная тогда, чтобы побольше уделить внимание. И я надеюсь, что это первый у нас фестиваль, но хочется, чтобы у него была длинная, долгая жизнь. Вот. Учитывая, какую площадку мы выбрали, все-таки корпус Ситикова, это не зал на 250 человек, о котором мы говорили, и на тысячу. На тысячу, на тысячу. Может быть, несколько меньше, чем мы ходили, скажем, на Денисе, Шумиче, не помню, сколько лет уже назад это было, которое открывали мы, вот, где в конце выступил Булашалович. Это был, наверное, год 87-го. Да, Пожелаем удачи фестивалю. Убеждаем. Потом сам Крокус идет, у них никогда не было этого. Я думаю, дай Бог, чтобы Крокус был достойным фестиваля. Вот. А скажите, от Крокуса есть кто? А мне обещали прислать. Мы расскажем. Скажите, если вопросов больше нет, то... А у меня вопрос. А такая телевизионная версия, съемка, тут другая легенда, занавешена? Обязательно. Вообще, все это началось. У нас был спор с Юлием Максимовичем. И он сказал, что мы это покажем. Да, и это не очень раз. И мы надеемся, что просто сейчас все силы брошены на Олимпиаду. Вот, но после этого мы все-таки постараемся провести достойный показатель. Мы надеемся, что пленка не кончится на Олимпиаде. И хватит показателей. Ее хватит показателей. Сейчас много флешек есть, пленка не нужна. Это шутка. Снял и показал. Да. Ни в какой не хватает пленки на вашу песню. Да. Всем спасибо. Удачи фестивалю. Спасибо вам. Спасибо. Мы очень надеемся, что мы прочтем во всех изданиях, которые сегодня были, что-нибудь прочтем. Мы ждем канала. Ждем отдельного канала. Отдельного канала? Давайте. Спасибо.